Make the girl what you want.
Добрый день, поздравляю с победой. Скажите, как игра проходила? Вы играли сегодня с новой командой Ливерпуль, которая вот для них это первая игра, хотя официально они уже играли игры. Понравилась команда, что, какие сильные и слабые стороны у соперника вы видели? Парни хорошо играют, техничные особенно. Вот техничные, да, ну в индивидуальном плане парни очень хорошо играют. Мы как с Эвертоном, когда победили, строго с обороны начинаем, а там уже по игре идет игра. Пытаемся больше атаковать на контратаке. Да. Видимо, у нас так получается лучше, чем у парня. Потому что первые две игры мы слили с большим счетом. Тут постарались наладить в обороне. Хорошо, спасибо за емкий ответ. Удачи в следующих играх. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Для вас это была первая игра для вашей команды. Хотя официально вы заменили старый Ливерпуль. А что можете сказать по поводу игры, по поводу соперника? Что у вас сегодня не получилось? Здравствуйте, Эльмар, команда Ливерпуль. Нет, не первая игра, мы играем в вашем формате. Что я могу сказать? Соперник молодцы, мы просто свой момент не реализовали. Это непривычно с Минки переходить на сразу 8-8, но думаю, что в следующем туре все будет нормально. И вы увидите новый Ливерпуль, который будет атаковать, забивать, все будет нормально. Хорошо. Что можете у соперника отметить, может быть, чем они вас удивили? Сегодня, если честно, удивили контратаками, то есть у них хорошая была контратака. Единственное, вот мы не ожидали от них такой вот именно скоростной игры впереди. Хотя у нас ребята очень опытные сзади играют. Но чтобы такой провал был, это вообще для нас, естественно, разочарование. Но будем исправляться. Еще все впереди, еще много туров. Ясно. Спасибо большое. Удачи в следующих турах.